Три, два, один. Показываем. Я вам отвечаю. Вы сегодня идете с таким большим количеством новых знаний, вы даже и не представляете. Вы увидели, как это все происходит? Понятно? Ужас. И вся команда сейчас посмотрела на тебя. Ничего. Мы не договаривались. У нас еще оставалось Nintendo и Дэнди. Всем привет, дорогие друзья! И вновь с вами я, Виктор Бутусов, и наше первое межгалактическое шоу про интернет и для интернета — шоу «Авторизация». Да, хочется напомнить, что нашему координационному центру доменов RU.RF исполняется также 20 лет, и в честь этого мы продолжаем снимать наше бомбическое шоу «Авторизация». Ура! Пришло время познакомиться с командами. Итак, мы начинаем. Команда! Зумеры! Воу! Отлично! Непопатно мощно! И команда! 2+1 Нормально. Все, четенько. Так же. Бодренько. Обе команды серьезно настроены, это отлично. Ну что, давайте, пришло время познакомиться с нашими командами. Итак, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Андрей, я работаю в игру, разбираю жалобы правообладателей, занимаюсь отслеживанием нарушений авторских прав. Отлично, спасибо большое, далее. Меня зовут Дмитрий, работаю в компании RU-центр, главный специалист поддержки. Спасибо, Дмитрий, спасибо за вашу поддержку. Меня зовут Александр, компания TimeWeb, и я отвечаю за продвижение продукта, как раз таки доменов, я продукт-менеджер. Отлично, спасибо большое, Александр. Переходим к команде 2+1. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Рекомендательный сервис «Кинонавигатор». Подсказываем людям, что посмотреть, если они не знают, что хочется. О, отлично, Андрей, спасибо большое. Это важное дело. Далее. Меня зовут Екатерина, я коммерческий директор компании 101 Домен. Мы являемся регистраторами в Рунете и мировом, скажем так, мировой сеточке всех доменных имен. Мировой сеточке. Спасибо большое, Екатерина, аплодисменты. Далее. Меня зовут Константин Преображенский, я продюсер детского проекта «Жужа», мультимедийный проект, который в том числе и активно развивается через интернет. Отлично, спасибо большое, Константин. Замечательно. Ну что, дорогие друзья, мы познакомились с нашими участниками. Хочется напомнить, что и вы, наши уважаемые зрители, тоже являетесь участниками нашего шоу. В момент задавания вопросов нажимайте на паузу, пишите в комментариях ваши ответы и давайте посмотрим, насколько хорошо вы разбираетесь в интернете. Ну, а мы начинаем. Аплодисменты. Поехали, первый раунд. Итак, правила нашего шоу «Внимание на экраны». Наши правила. Три раунда. В каждом раунде свои правила. За победу в первых двух раундах команда зарабатывает балл. За победу в третьем раунде команда получает 2 балла. Итак, правила первого раунда. Три вопроса с 4 вариантами ответа. Первый отвечает команда, которая быстрее поднимет руку. На ответ дается 3 секунды. Так что прежде чем поднимать руку, подумайте хорошенько над вашим ответом. При неправильном ответе ход переходит ко второй команде. Вопрос сгорает, если обе команды ответили неправильно. Так что если вы подняли руку первой и ответили неправильно, вы помогли команде противников, убрав тем самым неправильный вариант. Отлично. Ну что, команды готовы? Готовы? Да. Очень мощно. Итак, первый вопрос. Когда Кристофер Скволлс изобрел QWERTY-клавиатуру? С 10-го. Да-да-да, вижу руку. Мы должны совещаться или отвечать? Вы должны отвечать прямо сейчас. 3, 2, а? Б. Б. С 50-го по 60-е года. Нет. Ваш вариант. У вас были варианты? Да, вариант Д. Вариант Д. Какой Д? А, Д. Ну да, да, да. Три. Д, Д, Д. С 1890 по 1900. Итак, давайте проверим правильный ответ. 1860 год, дамы и господа, да, и это уже тогда на печатных машинках использовалась клавиатура QWERTY. Ну что, давайте поаплодируем себе. Я вам отвечаю, вы сегодня идете с таким большим количеством новых знаний, вы даже и не представляете. Итак, вопрос номер два, внимание на экран. Какая компьютерная игра помогла Леху Качинскому стать мэром Варшавы? Да-да. Вариант С. Вариант С. SimCity. Это правильный ответ, дорогие друзья. Ваши аплодисменты. SimCity – градостроительный симулятор. Кандидатам предложили посоревноваться, смоделировав в SimCity примерную модель Варшавы. Победила команда Качинского. Вот так вот можно играть в компьютерные игры и стать мэром. А как вы думаете, в какую игру играет Собянин?
Сложный. Дум. Политические шутейки, да? Я думаю, в шахматы. Итак, переходим в вопрос. Или в пазл. Пазл, да. Пересобирать там. Итак, вопрос номер три. Внимание на экран. В самой западной части нашей страны установлен памятник браузеру Internet Explorer. Назовите город. Калининград. Калининград? Конечно, правильный ответ. Аплодисменты. Легко и ненавязчиво мы ответили на третий вопрос. Итак, в первом раунде обе команды дали по одному правильному ответу. Значит, что они обе зарабатывают по баллу. Итак, 1-1. Ничья. Аплодисменты. Отлично. Итак, мы переходим ко второму раунду. Итак, внимание на экран. Второй раунд. Аудиораунд. Каждой команде по очереди достается по 3 аудиовопроса. На принятие решений дается 5 секунд. Принимается только один ответ. Итак, команды, кто готов быть первыми? Зумеры. Зумеры, отлично, молодцы зумеры. И вся команда сейчас посмотрела на тебя, Сашенька. Почему мы? Ты че? Мы не договаривались. Итак, отлично, Александр. Спасибо вам за храбрость. Соответственно, приготовились. 3 вопроса только для вашей команды. Вы, соответственно, можете отдыхать, либо попробовать угадывать так для себя. Если вы дадите за них правильный ответ, балл все равно отравится им. Поэтому будьте внимательны. Сейчас слушаем композицию. 5 секунд у вас будет на принятие решения. Ответ вы можете дать только один. Готовы? Мы готовы. Отлично, вот это мощь. Просто 3 спартанца. Так. Итак, внимание, первый вопрос. Назовите приставку. Слушаем. Xbox. Правильно. Аплодисменты, это была Xbox. Итак, следующий вопрос. Назовите приложение. 3, 2. ВК. ВКонтакте. ВКонтакте, абсолютно правильно. Аплодисменты, дорогие друзья. И третье. Шутер 90-х. Отвечай 2 секунды. Шутер 90-х. Одна, стоп. Дум. Дум, естественно, дум. Аплодисменты, друзья мои. Это музыкальная композиция из Дум 1, из первого Дума. Отлично. Ну что, команда 2 плюс 1. Увидели, как это все происходит, понятно? Ужас. Ужас, согласен. Ужас, согласен. Мы уволим сценариста. Сценарист данного шоу Виктор Бутусов. Итак, вторая команда приготовились. Давайте поаплодируем второй команде. 2 плюс 1 поддерживаем. Итак, первый вопрос. Назовите приставку. Слушаем. Ну что ж, 3, 2, 1. Ответ. PlayStation. PlayStation. Разумеется, это PlayStation, дорогие друзья. Сразу видно. Заядлый игрок. Любите вечерком? Да, 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 все правильно, все логично. У нас еще оставалось Nintendo и Dendy. Следующий вопрос. Назовите приложение. Viber, что ли? Что? Viber. Viber. И это неправильный ответ. Правильный ответ – WhatsApp. Следующее. Плохо отключается звук. Из какой игры звуки? В какой игре так разговаривают? Стоп! Лара Крафт получится. Стоп! Ваш вариант? Лара Крафт где-то бегала. Лара Крафт так бегает. А вы как думаете? It's Take Two. It's Take Two? Нет, правильный ответ, дорогие друзья. Sims. Давайте еще раз этот звук включим. Fire! Вот так они с друг другом говорят. Ну что ж, итак, дорогие друзья, второй раунд у нас заканчивается со счетом 3-1, а значит, команда Зумеры. Зумеры зарабатывает балл. Аплодисменты! Итак, дорогие друзья, по итогам 2 раундов на данный момент у нас счет 2-1 в пользу команды Зумеры. Но это еще ничего не значит, потому что впереди нас ждет 3-й решающий раунд, за который команда может получить 2 балла. Итак, внимание на экран, вопросы 3-го раунда. 3 вопроса для обеих команд. На принятие решения дается 30 секунд. Команды записывают свой ответ на планшете и показывают его одновременно после сигнала ведущего. За победу в финальном раунде команда получает 2 балла. Понятно? Mm-hmm. Итак, уважаемые команды, приготовились. Первый вопрос.
Вопрос номер один. Слоганом какого интернет-гиганта является «Найдется все»? Время пошло. Ну да, да, да. Стоп. Давай только без ошибок, пожалуйста. Давай. Нет, давай, все. Я сижу молча. Так, дописываем, дописываем. Ой, вы там рисуете еще что-то. Так, обе команды готовы дать преждевременный ответ. Три, два, один. Показываем. Яндекс. Аплодисменты, обе команды ответили правильно. Вопрос номер два. Приготовились. Внимание на экран. Какая международная компания, специализирующаяся на разработке систем информационной защиты, центральный офис которой находится в Москве, является партнером команды Ferrari по Формуле 1? Время пошло. Готовы? Так, зумеры готовы? 2 плюс 1 готовы? 3, 2, 1. Касперский, естественно, дорогие друзья, обе команды ответили правильно. Ну а мы переходим к вопросу под номером 3. Если бы эта социальная сеть была страной, то лидировала бы по численности населения, опережая даже Китай. Назовите ее. Время пошло. Наверное, уверены ли вы? Мне точно кажется. Ну какая разница, главный ответ уже написан. Хорошо. Дорогие наши YouTube-зрители, 3, 2, 1. Я посмотрел заранее ответы, и обе команды, естественно, ответили правильно. Аплодисменты! Facebook 2,5 миллиарда активных пользователей, тогда как в Китае проживает всего лишь 1,5 миллиарда человек. Ну, сотни миллионов больше, сотни миллионов меньше. Какая разница? Итак, дорогие друзья, по итогам трех раундов нашего шоу «Авторизация» побеждает команда «Зумеры» со счетом 3-1. Аплодисменты! Сейчас вам принесут призы, да. Призы. Да, еще и призы. Мы не просто так с вами играли, мы играли с вами на призы. Подготовляют вот чудесные кули, я вижу уже. Да, сейчас мы играли на выживание, да. Дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. Это был очередной выпуск шоу «Авторизация», первого межгалактического шоу про интернет и для интернета. Спасибо вам большое, что досмотрели нас до конца. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, подписывайтесь на наш канал. С вами был Виктор Бутусов. Живите, любите и пока! Докажи, что ты лучший в интернет-цивилизации. Мир увидит, кто круче. Yeah.